Так, понеслась. Нет, не понеслась. Соберняк урод. Поехали. Так, он сходил и d4. Защита каракан. Так, Давай заморозим слона. нет, мы не будем замораживаться. Пожалуйста. Нет. Ну зачем это? Это не то, Никит. Стоп, ну дай мне. Смотри, сейчас слон будет заморожен. Вот это. Зачем? Вот увидишь. Ну, он сейчас пойдет e6, h5, вот Ну, это. так не будет. Ходи как хочешь. У нас будет открытая игра. Что ты делаешь? Я создаю печальную позицию. Так. У нас будет закрытая игра. Нет, ты не прав. Да, 4. Куда-то там не ведет, Я непонятно. просто играю на слабость пешки b7. Да на предходе. На предходе? Ну F3, F3, да, конечно, F3. Жертва пешки на f4 так и задумано. Король E2. По-моему, уже достаточно ужасно, да? Да Нет? нет, плановая игра идет. Ничего ж не произошло страшного. Знаешь, мне кажется, в таких позициях надо играть на два фронта. Согласен. Нисколько не опасно то, что мы здесь скрываем. Абсолютно. Да, и у нас не хватает уже пару пешек. Закрывает, чувствует позицию. Сильный, сильный противник. Ладно, веду фигня на g2. Держаться, да, там будем? Конечно. Упремся. Так, ну вот видишь, он готовит длинную рокировку. Так в этом где вся задумка. Вся соль. Ой. О, ой. Жертва. Так. Теперь позиция просто сказочная, конечно. предлагаю пойти куда-нибудь конем с G1. Как тебе? Жестко. Так, но тем не менее у нас лишняя фигура на Да. G1. Все, что радует. Ладно, все назад. Наверное, стоило королем куда-то походить. Так, шахи какие-то. Я ничего плохого не вижу. Сейчас мы переведем сюда. Да, блокада. Ну, то есть Нет, тут. какая блокада? Атака по линии Е. Плохо защищенного короля соперника. Наши фигуры сейчас должны там устроить панихиду. Вот все. Все, А6. Атака пошла. Я подумал, мы сейчас рокируем. Точно. Конь E2, 2-0. Да. Не, ну, позиция иррациональная. Ну вот слон d3 неприятно. Нет? Нормально. А, минуточек. Да, и f5 что ли там будет? Нет, f5 не дают. 2-0. Да, я слышу, ты, конь. Ну ладно. Ой, король уходил. Вот А, точно, незадача. точно, точно. План не сработал. Ну, это нас не остановит. Ну, может быть, остановится, если честно. Куда ходить? Предлагаю, знаешь, что сделать? Побить на F5 И? и пойти куда-нибудь конем. Не, давай какую-нибудь контр-жертву. Контр-жертва? Ну-ка, давай. Да. Контр-жертва. Так, что делать? А чё грозит-то? Ничего. Ладно, вели короля из-под регена. Как-то он быстро ответил. Все, конь пошел. Пока что-то тяжко ему, нет? Нормально. Сейчас после блять, он просто не пойдет никуда. Все, конь пошел. Конь пошел. Атака. Атака. Ферзя. Засунули ферзя. Так, это немножко угнетает, конечно. Да, ну атака. Атака. Так, ну вот нельзя брать, ну что. Потому что можно. Можно, да. Упс. Перекрытие. Точечное. Есть идея. Атака. Бабах.
Все-таки атака. Жаж, конечно, атака. Ладно, жертва. Что за бред вообще на доске происходил? Не, ну тем не менее выиграли партию, пускай ослабили флаг. Че, еще одна атака? Ну слушай, мы нагнетаем. Добавь ему минуту, такие партии нельзя рубить флаг. Атака. Что это за ход? Атака. Подкрут. Точечный. Что вообще на доске? Атака. Защита. Защита. Шахматный комбат. Надо выбивать коня, конечно. Такой могущественный. Ферзя на c2. Почему сюда? Не знаю. Шах. Шах. Так, 11 секунд. Атака. Отъели пешку. Мы тоже. Да, и получилось динамическое равенство. Которое... Какая умная фраза. Но нам все будет флаг. Да, потому что шансов выиграть здесь абсолютно никаких. Ну, получилась достойная партия, я считаю. Ты не срубишь флаг, успокойся. Как ты это чувствуешь, эти тонкости? Слушай, ну это нечестно рубить флаг, конечно, такой позиции. Да, ладно, силен. Я был близок. Да, хорошая партия. Но я хочу еще одну с ним. Отлично. В том же стиле.